Когда-то Бульба открылся мне, что он из органов. Сказал, что когда он уйдет на пенсию по выслуге лет, я буду должен его заменить. Бульба теперь пенсионер. И сегодня мы провожаем его в последний путь. В дурдом. Простите, куда это мы едем? На пристань, Бульба. Историю болезни я тебе выправил. Сейчас сядешь на баркас и через неделю будешь в санатории. Простите, а вы кто, собственно, будете? И что вы делаете в моей телеге? Извини, Бульба. Все твое теперь мое. О, как? Надо же. Интересно получилось. Так, где это я? Приготовься, старикан. Поедешь с нами. В пути, чтобы не пить. Бутылки за борт не бросать. Буйнамингаске. Хотелось бы в общих чертах понять, о чем говорит иностранец.